Всем привет! Здравствуйте, ребята! Ой, Ева, мне кажется, шишки совсем невкусные. Ты что, Мишутка, шишки не едят. Да? А белки, зачем они тогда их собирают? Они едят орешки, которые в шишках. А в этой шишке, между прочим, ничего нет. Так и знал, все орехи без меня съели. Не расстраивайся, Мишутка, давай поиграем. Я вспомнила интересную игру. Называется «Съедобное-несъедобное». А я знаю эту игру. Но для нее нужен мяч. Без мяча обойдемся. Когда я буду называть съедобный предмет, ты поднимаешь правую лапу. Легко запомнить. Я правой лапой ем. А когда я называю несъедобный предмет, ты поднимаешь левую лапу. Так, съедобная правая лапа, несъедобная левая. Запомнил. Ошибешься, проиграл. Я готов. Конфета. Правая. Котлета. Правая. Газета. Правая. Ой, не левая. Все-все-все, съел газету. Да, перехитрила. Надо было торопиться мне. Теперь ты водишь. Хорошо. Итак, готово? Так, сейчас. А, лимон. Правая. Батон. Правая. Бульон. Правая. Телефон. Левая. Понятно, понятно. Так тебя не перехитришь, тогда булка. Правая. Булка с малиной. Правая. Булка с черникой. Правая. Булка с яблоком. Правая. Бумажка. Правая. Ой. съела бумажку. Ну как, вкусненькая бумажечка? Ой, ты знаешь, веселая игра. Ага, веселая игра. Только после твоих булок и правда захотелось булок. А знаешь что? Побежали к Каркуше. Она как раз на пироги звала. Побежали. Ребят, не переключайтесь.